В Берлине прошла массовая демонстрация против подписания договора о свободной торговле между США и Европой. Участники протеста считают, что с приходом американских компаний на прилавках могут появиться продукты с ГМО. Жители Германии также боятся потерять свои рабочие места и конкуренцию на рынке. На митинг собрались 150 тысяч человек. Многие из них специально приехали из других городов, чтобы выразить свою гражданскую позицию. В Берлин прибыло примерно 600 автобусов и 4 поезда с демонстрантами. Это вызвало пробки на автобанах и сбой в расписании железнодорожного сообщения. Между тем, политики убеждают, что будущее за глобализацией и свободная торговля на немецкую экономику повлияет положительно. Однако не все население Германии поддерживает эту инициативу. Мне не нравится больше всего то, что все законы для потребителей могут быть изменены, так как в США одни требования, в Европе другие. Это очень важный пункт, и я не хочу, чтобы большие концерны диктовали нам правила.